Поздравляю тебя с победой. Спасибо. Ожидал ли ты, что так пройдет бой? Я ожидал, что он пройдет лучше. Думал, что перебью его в стойке. Ну, нокаутирую. Делать очень нокаутировать красиво, с колена, либо с локтя. Но что-то я замешкался, не знаю, засуетился. И когда попал, увидел, что он чуть его потряс, полетел на него, и он меня, соответственно, перевел. Ну, там я не сплоховал, потому что, если повторюсь, чувствую себя внизу, как рыба в воде. Оторвал ему рычаг. У вас такой сумбурный бой получился, как будто уличный. Ты так и рассчитывал, что пойдешь постоянно с давлением на него, или так случайно вышло? Нет, так случайно вышло. Ну, готовились, нужно было по кругу двигаться, расстреливать его, а что-то получилось, ну, не так пошло. Ты не выполнил план тренера? Ну, чуть-чуть выполнил, но не на все 100. Тренер доволен был тобой? Да, конечно. Это молодость.